Обрезаем веточку. Нижнюю часть сантиметра 4-5 под углом обрезаем. Верхнюю сантиметра 2 обрезаем прямо. И садим под углом 45 градусов в парничок. Вот мы в парничок посадим. Притеняю огрельчиком, а сверху стеклом, чтобы создать микроклимат. И по осени все это утепляю листвой, полиэтиленом, сверху землей или перегноем. И до весны. Какие череночки укоренились хорошо, перезимовали, потом мы пересаживаем в грядочки. Ну, их сразу по весне видно, они в рост начинают идти. Вообще через год на грядочку, а через 2 года уже на постоянное место. Потому что через 2 года они некоторые уже даже и цветут. Когда если пересортится, ну, стараемся не делать, но когда хочется что-то новенькое себе, мы меняем или что-то там, это самые веточки. Гортензии точно так же обрезаем и под углом также садим. Ну, вот они шапками, вот эти гортензии, цветут только не сразу. А вот метельчатые сразу вот на первый, на второй год они после этого цветут.